В июне 1877 года Поленов переехал из Санкт-Петербурга в Москву и поселился в доме Баумгартена, располагавшемся на углу Трубниковского и Дурновского переулков близ церкви Спаса на Песках. Место впоследствии стало довольно знаменитым, благодаря тому, что художник изобразил его на своей картине. Полотно демонстрирует характерную для XVIII-XIX веков городскую застройку. В то время главными единицами Москвы выступали не улицы и площади, а дворы и старые особняки в окружении садовых деревьев. Нарисованный пейзаж прозаичен и прост, но полон радости повседневного бытия, покоя, умиротворенности и поразительной искренности. Зритель словно глядит во дворик из окна художника. Именно так Поленов и писал этюды к картине. Кажется, будто ничто не может нарушить сформированный за долгие годы уклад и размеренную жизнь здешних жильцов, даже пронзительный крик маленького ребенка. В окончательном варианте картины Поленов приблизил перспективу. На самом деле церковь и колокольня находятся чуть дальше. Они, кстати, сохранились до сих пор. Возможно, это сделано для того, чтобы их архитектура читалась более явственно, а сюжет приобрел большую праздничность и торжественность. Павел Михайлович Третьяков приобрел картину без колебаний. Он разглядел талант молодого художника еще в первой его работе «Право господина». Московский дворик был выкуплен на 6-й выставке «Товарищество передвижников» 1878 года, где у Поленова состоялся премьерный и оглушительно успешный показ. И неудивительно, ведь все в картине дышит правдой и удивительной любовью к людям и жизни.